Несколько десятков сторонников Алексея Навального сегодня собирались провести пикник возле деревни Акулинина, где, по данным фонда борьбы с коррупцией, находятся дачи высокопоставленных чиновников, в том числе главы РЖД Владимира Якунина, президента Транснефти Николая Токарева, а также генерального директора Ростеха Сергея Чемизова. Однако автобус с активистами остановила автоинспекция неподалеку от города Видное. Полицейские задержали водителя автобуса, и активисты направились сами к железнодорожной станции, чтобы добраться до дач на электричке. Но прямо на станции сторонников Навального задержали полицейские. Среди тех, кого доставили в ОВД, оказались и корреспонденты «Дождя». Сейчас их уже отпустили. Некоторые активисты попробовали добраться до Акулинина на собственных автомобилях, но при подъезде к деревне их атаковали вооруженные люди. Они выбили стекло в машине одного активиста. Вы сейчас видите на своем экране кадры с видеорегистратора. Между этими людьми и активистами фонда произошли столкновения. По крайней мере, один активист ранен осколками. Несколько месяцев назад сторонники Навального провели так называемый датчинг около кооператива «Сосна». Тогда им также пытались помешать некие люди, очевидно, служба безопасности. Активисты, сотрудники этой службы, возможно, этого поселка, пытались разбить камеры журналистов и нападали на сторонников Навального.